Ночная сова против Астарота. Пушет матчап прайс должен знать великолепно. Он все время играет с Фолька, который играет Астаротом. Астаротом, который как-то раз Эджи победил. Так что все может быть. Не вижу, каким образом Ксмир может выиграть у Райса. Но, с другой стороны, ФТ-1. Всегда есть какие-то варианты. Всегда есть шанс проиграть. Ой-ой-ой-ой-ой, как? Как он отожрал это говно, простите. Каунтерхит, хороший каунтерхит от Ксимра. Бросок разрывает, умеет броски. Промахивается, опять нарывается на каунтерхит. Довольно хорошо держит дистанцию Ксимр. Смик. Ксмир. Ксмир. Хороший бросок. Встречный. Прямо чуть-чуть вне дистанции. И на бросок. На бросок нарывается. Шоутайм предлагает за кого-то парня сыграть. К сожалению, это так не работает. Шоутайм. Ты не зарегистрировался на турнир. И теперь уже слишком поздно. Хороший джастгард от Райса. Нарывается на каунтерхит в очередной раз. Вылил всю ману в эти говноудары. Видимо, рассчитывал, что он попадется на это Ксимр. Но не тут-то было. И под секаном заканчивает второй раунд. Ну да, все складывается неудачно для Ксмира. И, наверное, все-таки не увидим мы чудо в данном случае. Нужен как минимум Люксера, чтобы одолеть Райса. Нужен Люксера, чтобы одолеть Райса, но достаточно Жирмана, чтобы убить Люксера. Вот так у нас. Под таким девизом пройдет сегодняшний чемп. Очередной раз заканчивает эту опасную атаку Астарот. Зря-зря он это делает. Ох, да. Райс очень силен.